сегодня специальное предложение дня. Это комплект верблюд. Это комплект для сна. И здесь вы получаете все самое необходимое. И подушку, и одеяло. Цена только сегодня. 999 рублей. Это комплектация на полутораспальную кровать. И подушку вы получите размером 50 на 70. Но это лишь только начало. У нас есть все комплектации. Все для вас, ведь телеканал Shop & Show любит вас. Олечка, так я рада, что у нас комплект именно из подушек и одеял с одним одинаковым наполнителем. Это правильно. Это выгодно с точки зрения стоимости, но самое главное для здоровья, для сна. Это выгодно с точки зрения правильного микроклимата. Натуральная верблюжья шерсть в одеяле, натуральная верблюжья шерсть в подушках. Будем разбираться, зачем. Слушай, вот это действительно вопрос. Зачем именно верблюжья шерсть? Ну, мы привыкли, что одеяла должны быть теплыми, но не до такой же степени. Ну, давайте с одеяло и начнем. В комплект для сна верблюд входит одеяло, и вы можете выбирать три размера на выбор: полутораспальный, двухспальный, евро, и одеяло в облегченном варианте. Оно очень теплое, оно очень актуально к сезону. Выбирала именно верблюжью шерсть. Угу. Сейчас в сезон, когда мы все простужены, грипп по стране гуляет, никуда он, к сожалению, пока не девается, поэтому давайте будем заботиться о здоровье. Но тяжести тоже не хочется, хочется, чтобы было и тепло, и легко, правильно? Слушай, вот это верблюд, да. Это тоже самое. Ты знаешь, это действительно очень важно. Я обожаю спать, чтобы было тепло. Вообще мерзлявая. Мне нужно, чтобы было тепло. Я даже иногда возьму носочки, лучше надену. Так вот, когда тепло под одеяльцем, мы с вами высыпаемся. И при этом ничего на нас не давит и не жмет. Ты знаешь, под тяжелым одеялом снятся тяжелые сны. Я тебе больше хочу сказать. Под тяжелыми одеялами медики не советуют спать, потому что накапливается утомляемость, а нам нужно, наоборот, расслабляться. Именно поэтому в комплект для сна верблюд входит одеяло, а в облегченном варианте с натуральной верблюжьей шерстью. В достаточном количестве верблюжья шерсть замечательно держит термобаланс. Нет парникового эффекта, то есть мы не перегреваемся, мы лечимся. У нас терапевтический эффект от сухого тепла. О, с ума сойти, вы представляете, мы не только согреваемся во время сна, мы еще и оздоравливаемся. Вот расскажи, пожалуйста, почему верблюжья шерсть называется именно вот оздоравливающим наполнителем? Да, вообще испокон веков верблюжья шерсть, и мы знаем от бабушек, от мам, считалась одним из самых лучших наполнителей именно для здоровья человека. Потому что настолько правильный, грамотный температурный режим создается под одеялом из верблюжьей шерсти, что мы с вами расслабляем мышцы, расслабляем суставы. Сухим теплом мы с вами лечим простудные заболевания. То есть если простыли, то под таким одеялом, уж точно выздоровеем быстрее и будет понадобиться меньше лекарств. Заказывайте, забирайте сразу свои подарки, комплекты. Не только для себя, ведь это оздоравливающий комплект для сна верблюд. Верблюжья шерсть внутри не только в одеяле, но и подушках. В комплекте вы получаете одеяло и подушки. Выбирайте свою комплектацию. Итак, самая малая комплектация — это подушка 50 на 70 и полутораспальное одеяло. Но у нас есть комплектации на любой вкус, на любой запрос. И как мы любим. Вот у нас, кстати, вот в России больше любят подушки 70 на 70. Я сама тоже, да, выбираю подушки 70 на 70. Люблю большие квадратные облачка. Вот удобнее спать на пушистом облачке. А подушка из комплекта для сна верблюд именно такая. Вот поэтому мне и нравится, вот когда одинаковые подушки и одеяло. Оля, вот именно так и нужно комплектовать спальню. Это правильно, это удобно. И гигиенический режим тоже правильный. Вот. Ведь, да, верблюжья шерсть особенно обладает особенным свойством. Внутри находится вещество ланолин, который нейтрализует бактерии. То есть мы спим и щечкой на свежей подушке, и в одеяле тоже это вещество. То есть полностью вы окутаны гигиеной, свежестью, чистотой. Это важно для здоровья. А ведь вспомните, как раньше наши бабушки ухутывались платком пуховым. Помните, как искали и заказывали, просили, чтобы добыли где-то из верблюжьей шерсти специальные такие для поясницы штуки. А вот сейчас, вы представляете, мы спим и укрываемся верблюжьим одеялом, верблюжьей подушечке, и при этом оздоравливаемся. Сделайте заказ прямо сейчас и подумайте, вспомните о ваших родных и близких, о ваших родителях, может быть, о ваших более старших сестренках или крестной. Подарите этот комплект. И подушку, и одеяло вы получаете вместе. Закажите сейчас и сэкономьте. 999 рублей. Это цена
только сегодня. Это спецпредложение сегодняшнего дня. На самом деле, очень выгодная покупка. Сезон прохладный. Я так рада, Олечка, что сегодня спецпредложение именно с натуральной верблюжьей шерстью. В подушках она тоже имеется. И здесь есть секрет. Подушки у нас из двух объемов состоят. И самое главное, что в подстежечке есть натуральная верблюжья шерсть. Стопроцентная. Это прекрасно, потому что гигиенический режим очень серьезный соблюдается. Мы ложимся щечкой, мы дышим. Нам надо, чтобы аллергены не летели. Поэтому выбираем верблюжью шерсть, а вот и он к нам пришел в студию. Поставщик сырья для нашего спецпредложения. Слушай, ну, вообще, конечно, верблюды, они же живут в пустыне, там температура такая жаркая. Правильно, вот поэтому животное, такое как верблюд, может приспосабливаться одинаково хорошо и к холодным температурам, и к таким жарким, как пустыня. Потому что в течение дня меняется температура, и верблюды подстраиваются. И эти же свойства переданы самой верблюжьей шерсти, она промывается. Сегодня современным способом обрабатывается. Раньше пахла шерсть, а сегодня в кипятке промывается термосклеприлин. Никакого абсолютно клея. Ноль химии. Верблюдики только раз в год отдают нам шерсть по весне. Сделайте свой заказ прямо сейчас. Подарите себе комфортный сон. Сон, который оздоравливает. Заказывайте всего 999 рублей. Это комплектация. Полутораспальное одеяло и подушка 50 на 70. Если вы выбираете комплектацию, например, максимальную, это евроразмер одеяла и две подушки 70 на 70, уточняйте у наших операторов, какая будет стоимость. Ну а самое главное, сделать заказ сейчас. Это самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Сделайте свою первую покупку на Shop & Show в эту минуту, и ваша жизнь изменится к лучшему. Олечка, я хочу, чтобы твоя изменилась прямо сейчас. Давай выберем для тебя и для наших телезрителей правильную подушку. Давай. Ну-ка, приляг, я расскажу о втором объеме. Первый мы поняли, да, подстежечка из верблюжьей шерсти. Олечка ложится, у подушки еще очень правильная высота. Я обратила на это внимание и рекомендую. Если спинка болит, если с утра есть желание сделать массаж, выбирайте подушку из комплекта для сна верблюд. Вот она поддержка. Мы видим, как Олечка как на облачко упала на эту подушечку. Вот как тебе удобно. Ой, потрясающе удобно. А знаешь еще, Юль, я что заметила? Когда ложишься после трудового дня, не сразу расслабляешься, а здесь... Знаете, поддерживается голова, шея расслабляется. И вот здесь вот тоже напряжение, все спадает. Морщинок не будет. Ой, да ты что? Вот это огромный плюс. Все, я, пожалуй, посплю. Ты можешь выспаться, отдохнуть. На спецпредложении дня встаем, Олечка, в комплекте для сна верблюд. Не хочется. Удобно, уютно. Ну что поделаешь, надо работать. И одеяло, и подушки в одном комплекте. Подушки и одеяло, которые вы можете дома постирать в стиральной машинке. Больше не надо ехать на дачу, ждать ветра, солнышко, все это выветривать. Стиральная машинка, экономим на химчистке. Сделайте заказ прямо сейчас. Это специальное предложение дня. И подушка, и одеяло. Заказывайте для себя, заказывайте в подарок, сделайте свою первую покупку сейчас и наслаждайтесь сном.